в 1 литр обязательно охлажденных сливок и не менее 33% жирности всыпаем щепотку соли. Приступаем взбивать, постепенно увеличивая скорость. Взбиваем на большой скорости около 7 минут, пока сливки не начнут выделять жидкость. Затем начинаем постепенно уменьшать скорость и продолжаем взбивать до образования масла. Готовое масло процеживаем и промываем в ледяной воде. Воду меняем до тех пор, пока она не станет прозрачной. Я меняла около 4 раз. Промытое масло очень хорошо отжимаем от воды и произвольно формируем, так как удобно вам. Затем заворачиваем его в фольгу или пергамент, или просто кладем в пакет и отправляем в холодильник или в морозильник до полного остывания. Оно получается очень нежное и вкусное, с ярким сливочным ароматом. Такое точно в магазине не купишь. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!